Песни войны под аккомпанемент оркестра, поэтические гостиные, грандиозный галоконцерт и, конечно, салют. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открывается сегодня молодечно. Весь город на 2 дня превратится в музыкальную площадку под открытым небом. Центральным местом культурных событий по традиции станет летний амфитеатр. Здесь разрешится фестивальная интрига. Кому достанется гран-при? Центральной подеей первого дня фестивалю будет национальный конкурс молодых выконавцев эстрадной песни, у яким примут удел 21 конкурсант из всех областей нашей страны и так само города Минска. Сёлетний конкурс повинен быть вельми уражливым, потому что конкурсанты сильные, они вельми долго, шмат часу рыхтавалися до того, как выконать свои белорусские песни разом с оркестром, концертным эстрадным оркестром под керавництвом Михаила Яковлевича Финберга. Не обошли на фестивале и важную дату 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю специальную программу подготовил Национальный академический оркестр. В исполнении лучших музыкантов заслуженного коллектива прозвучат песни войны. Завершится праздник в субботу гала-концертом.